история. Девочка и мальчик вышли из дома. Девочка идет со скоростью. Скорость девочки 5 километров в час. Мальчик вышел со скоростью. Ну, да, они как-то правило все время пошустрее, да? 8 километров в час. 8 километров в час. Не, ну красивее может быть, но быстрее. Да нет. Девочки быстрее. Итак. Вопрос. Вопрос. Какое расстояние будет между ними через 15 минут? Да, расстояние между ними через 15 минут. 750 метров. Тихо. Какое расстояние будет между ними через 15 минут? Они бегут навстречу друг другу или разные. Вот почему всегда находится человек, который хочет рассказать. Ага, я поняла о чем. Можно еще раз повторить условия? Да. Девочка и мальчик выходят одновременно. Девочке скорость 5 км в час. У мальчика скорость 8 км в час. Какое расстояние будет между ними через 15 минут? Работаю. Работаю, каждый себя пишет. Будем читать, что он торопится на тренировку. У нас получается, что мальчик передвигался со скоростью 8 км в час, а девочка со скоростью 5 км в час. Сначала я делаю разницу. 8 км в час равно 3 км в час. Итак, мальчик и девочка вышли в одну сторону, и, соответственно, мальчик ее опережает. За час на 3 км. Да, за час он ее опережает на 3 километра. Но нам нужно за сколько? За 15 минут. За 15 минут. То есть в 4 раза меньше. Да, 15 минут это 1 четверть часа. Еще второй случай, это когда они бегут в разные стороны. Да, направление не было задано, поэтому они могли... Первое действие. Мы 5 километров в час, то есть скорость девочки 8 километров в час, это скорость мальчика склада. Удаляются, да, на 13 километров в час. Да, 13 километров в час. Это скорость удаления. Дальше 12, мы 1 четвертую, то есть 15 минут, 1 четвертую часа. Да. Мы должны умножить на 13. Получается 13 четвертых. Да. А 13 четвертых это 3,14 километра. Да. Ну можно оставить даже 13 четвертых. Да. Спасибо. Спасибо. Итак, 45 посмотри на доску, как ты думаешь? 3 километра и 45 метров, это